Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Мы с утра пораньше выехали. У нас сегодня особый день. Мы едем на наши первые соревнования по дзюдо для детей. Это клубные соревнования по дзюдо. Клуб находится в соседнем городе Эйджакс. Ехать туда приблизительно 1 час. Для первых соревнований это как раз самое то. С утра, как вы видите, был дождь, но будем надеяться, что к обеду погода прояснится. Мы уже зарегистрировались, сидим сейчас, ждем начала. За каждого ребенка платят здесь $25. Также каждого ребенка они проверяют вес, чтобы потом определить категорию. Вот на таких лавочках мы сейчас сидим и ждем. Здесь детки от малого возраста и постарше. Ну вот схватка проходит приблизительно так. Ну а здесь уже девушки постарше, более активны, конечно. Друзья, если вы еще не подписались на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь моим видео. Я буду очень благодарна, так как это поможет продвижению канала. После наших первых соревнований мы решили поехать и, скажем так, отметить. Поехали в наш новый любимый ресторан Fat Fork, где продают греческую еду. Смотрите, как погода прояснилась. Здорово. Здесь так низко самолеты летают, здесь недалеко аэропорт. В этот раз людей оказалось побольше. Смотрите, такая уже очередь стоит. Мне кажется, чем дальше, тем будет больше людей. Вот фотография владельцев этого ресторана греческого, сделанного в стиле Симпсонов. Мы уже получили наш заказ. Вот наш столик. Смотрите, какую вкуснятину мы сейчас будем кушать. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Куриные шашлычки, тарелка такая огромная. Мы решили взять одну на двоих в этот раз. Посмотрите, столько много на одного человека. Наш помощник себе заказал чизбургер. Он у нас все-таки взял первое место на своих первых соревнованиях.